Соник так радуется, что уже утро. Утро наступило. Посмотри, как Соник радуется. Привет! Она умеет здороваться. Выспались? Да. Помочь? Никлас уже с утра сделал зарядку. На балконе. Потом сходил в душ и теперь сушит волосы пена. Молодец. Свеженький и бодренький, да? Да. Мы рано проснулись, да. Мы проснулись только в 7 часов. Так непривычно. И выспались. И новый день начался. Утренняя пробежка. Приятная с полезным. Мам. Я буду с собачкой, а Никлас решил побежать. Хотя Соник за ним. Да, быстро-быстро она умеет у нас быстро ходить. Мы прогуляемся к озеру и потом назад. И вот так вот мы пришли к озеру. Не очень далеко, да, до озера, да. Никлас? Никлас бежал всю дорогу. Прямо у него пробежка так пробежка. И мы еще на завтрак не ходили, так что сейчас мы немножечко прогуляемся и пойдем завтракать. Время очень раннее, так непривычно. Сами дети проснулись, и Соник была готова сразу гулять идти. Ну, проверь. Вот, пляж там. Вот, мы увидели. Вот пляж оттуда начинается. В принципе, он ближе к отелю. Там буйки стоят. Видишь? В той стороне. Да, лодки. Не, там даже лодки есть. Уточки плывут. Ой, какая красота. По-моему, это с детками. Нет? Или они такие же? Так плывут, как будто мама с детками плывет. Да. А может быть и просто. Ну, хотя утята уже выросли. По идее. Сейчас же не начало лета. Красивый такой. Тихое-тихое озеро. Да. И красивое тихое утро. Кувшинки растут. Красиво. Скоро зацветут уже. Николас, куда мы пойдем? Мы идем купаться. Да. В аквапарк. Да. Николас уже ходил, и мы тоже попробуем. Да. Удачи нам. Мы сходили покушать, и теперь мы отдыхаем. А Соник что делает? Привет, Соник. Теперь кушают Эмили и Анита, а мы сторожим тут. Да, Соник такая у нас умничка. Только хотела пойти посмотреть, как Никлас лазит по стене. Не успела. Никлас уже... Там много народу было, кстати, да? И сзади меня было много народу. Угу. Да. Ну как тебе впечатление? Расскажи. Мне было сначала я не та, а потом очень страшно. Вдруг я упаду и я ударюсь. Ну там страхуют. Да. Да? Там дядя прямо держит провод. И ты одевал специальное снаряжение, угу. Да? Жалко, я не успела. Да, я там лазил и прям до конца. Потом посмотрим, можно там снять именно этот зал? Можно. Да? На память. Угу. У нас послеобеденная прогулка, а Соника разлеглась на солнышке. Дальше никуда идти не хочет. Значит, отдыхаем здесь. Да, Соник?
А наши мальчики тут, совсем рядышком. Их там слышно. Не хочет она к озеру подходить, да? Во что вы играете? Вам нравится играть на берегу озера? Да. Угу. Это весело? Да. Угу. И погода хорошая. Солнышко спряталось, но все равно тепло. Нет, не надо. Вы знаете, кто это? Соня пойдет к водичке? Ну, давай. Давай, давай. Она вообще боится озера, как огня. А тут она сама идет к водичке. Посмотрите на эту красавицу. Ну, подойдешь прям к воде? Да ладно. Пить хочешь, что ли? Мы только-только вышли из номера. Там есть и попить, и покушать. Все есть. Я немножко запуталась. Вот так вот. На камень прыгнешь? Ну, вот как. Вот как. Выше сижу, дальше гляжу. Ну, давай. И дальше куда? Подойдешь к озеру? Молодец какая. Она уже у нас осмелела немножко. Стала более смелой. Вот, молодец. В камыши не ходи. Или что там за травка такая? Угу. И туда не запутывай меня. Вот так вот. Молодец. Ну, подошла уже поближе. Можно думать, что это прогресс. Да, Соник? Да. Молодец, Соник! Ты зашла в водичку. Вау, и сразу выходить пытается. Такая молодец. Молодец, Соня. Не убегает никуда. Реально холодно. Холодно. Холодная вода. Мы попробовали. Пойдем. Так смотрит? Не понимаю. Что ты хочешь от меня? Она теперь так сушится. Пузом, пузом. Потом будет земляника, черника. Что здесь растет? Ой, и пошла. Землянику. Ага. Землянику. Покажи, Лукас, какой ты сделал. Вот такое сердечко красивое. А у тебя будет такое сердечко. Сейчас будет готово. Ты с плавания пришел только, да? Накупался. Ну, покажите, какая звезда еще там. Готова уже. Тепленькая, да? Положи звезду, положи. Вот какая красивая звезда. Ага, и сердечко красивое. И сейчас будет Никласа работа готова. Тоже сердечко. Мы ужинаем, уже вечер. Да. Скажи, пожалуйста, вкусная каша? Очень. Очень вкусная сахаром. Каша. С сахаром. Вы как любите? Напишите в комментариях. Я люблю с вареньем. Я с вареньем ела. Элиас доедает свой бутерброд. Ты свою кашу всю доел? У тебя вкусная каша была? Угу. И сестра припотели. Да. Мы в бассейн ходили. Никлас немножко натер под глазами. Да. От очков. Мы намазали бипантеном. Каких очков? От очков для плавания. Садись, доедай, зайка. У тебя да, чай еще есть? Угу. И после того, как мы покушаем, мы пойдем спать. Да, спать. Угу. А Эмили гуляет с собакой. Соником гуляет. Это второй день. И, кстати, угу. Заканчивается второй день. Это самое вкусное, что я только что ела. Можно еще хлеба взять? Возьми, конечно. Главное, чтобы ты наелся. Сейчас пойдем уже вместе. Мы же всех должны подождать, правда? А где моя тарелка, где вы хлеб? А я ее убрала. Возьми другую, да. Я туда ложку поставила. Угу. Ты устал, мой котенок, да, мы все устали. Такой хороший день был, правда? Я тоже тебя люблю, мой хороший.